Третий день нашего путешествия по Грузии. Сегодня будут бомбические виды, потому что мы едем к самой высокой горе Грузии, на Казбек. Ну что ж, наши дорогие подписчики, вытянулись мы в горы. Первая точка нашего приключения – крепость Ананури. Идем ее смотреть. Ну вот вид со стены на эту крепость. Ой, поднимаемся наверх. Наше любимое занятие. Минеральная вода с железом. Грузинская фанта. Приехали сейчас в горнолыжный курорт Гуари, местный, один из четырех, такой, наверное, красивенький, весь отстраивается, и решили перевал все-таки забираться на канатке. Сейчас нас проводят до канатной дороги. Возьмем билетики и поедем. Ехали в лето. И, как всегда, мы любители, приехали в конкретную зиму. Снег, лед, ветерок. Эх, ну ничего. Где наша там пропадала? Так, все тут выглядит. Плюшки, санки, оборудование. Как сказал наш гид, цена скипаса на один день 50 лари всего. О, курс здесь евро. Дают за евро 3 лари. Видите, елка еще, снегоходы. Вообще. Тусня по полной. Мы идем покупать билетики на канаточку. Эти люди еще. Пасха католическая прошла. Православная буквально в субботу. Люди катаются. Правда, снег такой очень рыхлый. Трудно идти. Ой. Поедем на перевал. Там наверху 3000 примерно. Вот так. На выше наша точка. Ни я никогда, ни моя семья не была на 3000. Так, уже снег мне засыпал все ботинки. Ну, что-то я не ожидала, да, что будет так зимно. Ну что, мы попали под самый конец лыжного сезона. Такие кассы. Сейчас будем на двух канаточках ехать. Слава богу, они не крестильные, а будки. И дно у них непрозрачное, потому что мне очень страшно. Вот такой курорт. Единственное, конечно, здесь проходит эта грузинская военная дорога. И мы всю дорогу ехали и едут. Едешь, и едут фуры
КамАЗы там просто, кто с чем, с зерном, щебнем, такие тяжеловозы, и так дымят, так пыхтят. Да, здесь так интересненько. Ну что, делитесь, вы где-то были в более высоких горах? Нет, товарищ, не были. Сейчас едем на 3000. Мы сейчас через 3000 едем? Да. Он сказал, да, на 3000 поедем. Закладывайте уши. Готовьтесь. Первые нашей жизни 3000. Let's go! Один вообще заблудился. Тост, Ауримай. Что всегда было так высоко. А где рок ваш? С вином-то. Горн. Еще не готов. Не купили. Наград еще не созрел. Не посадили еще тот виноград. Чувак вообще-то. Так он просто, знаешь, такой. Заблудился, походу. Чешет. Лесом. Уже. Гребет из последних сил такой. Ну, матрасы на сверху. Сейчас хупс. А тут, видать, лыжи уже не едут. Вот трое, по-моему, Катя. То ли лыжи не едут. Достигли мы наивысшей точки сегодняшнего нашего путешествия. 3000 метров. Перевал. Приехали на фуникулерчике. Поедем вниз. Желающих покататься уже не так много. Ажиотажа не наблюдается. Фактически в гордом одиночестве. И солнечном Тбилиси, где было 24, просто ворвались в зиму, ветрюган, ветер, зимно. Но мы были готовы, у нас есть одежда. Преодолели перевал. Цауля все предлагает скинуть меня со скалы. Вот уже идем вниз на спуск. Пойдем запечатлиться на фоне гор. А вот мы у подножья пятитысячника Казбека. Находимся на вершине 2200 в церкви. Великан Казбек сегодня немножко не показывает нам свою вершину, скрылся, но мы счастливы, погода супер, вид просто бомба. Казбек — это граница Грузии с Россией, очень красиво. Подписчики закрывают перед нами Ауримас все двери. Кого? Осторожно, сейчас тебе тут пробьют кардан и днище. Мужики собираются, что-то по 20 на брата берут.
20 хинкалей или да, пиво? Ну, это долго все происходит, поэтому... Или 20 пивка? Съедает. Хинкали, да, и пивка тоже. Под каждую хинкалинку по бокальчику. Либо пиво. Пиво у наших горцев, вот в Восточной Грузии, тоже традиционный напиток, был такой, по праздникам варили. Но это не такой. Все, до скорого.